Обезопасить жизнь и здоровье детей – одна из главных задач, стоящих перед администрацией любой школы. Здесь взрослым необходимо уметь оперативно реагировать при любых чрезвычайных происшествиях, будь то пожар или злоумышленник, который хочет пробраться в образовательное учреждение. В такой момент важна каждая минута. Как должен вести себя охранник и сами дети в нашем материале? Если охранник по камерам видеонаблюдения обнаружит, что какой-то подозрительный человек хочет ворваться на территорию школы, то он тут же должен нажать на тревожную кнопку. Наряд Росгвардии прибудет на место уже через 2-3 минуты. И так происходит всегда, как в реальности, так и во время учений. В считанные минуты приезжает наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Уточняют ситуацию у дежурного охранника. В случае необходимости бойцы готовы вызвать подмогу. В иных случаях справляются своими силами. Что должны делать в это время дети? Когда мы слышим сигнал тревоги по команде учителя, мы действуем по алгоритму. Например, закрываем кабинет, баррикадируемся и отходим на безопасное расстояние. Если учителя нет рядом, то инициативу на себя берет командир класса, либо капитан, и проделывает такие же действия. Самое главное – это сохранять спокойствие, не поддаваться панике и надеяться на лучшее. Быстрее, чем за минуту, дети забаррикадировали дверь, отошли на безопасное место и поставили свои телефоны на беззвучный режим. И так, пока учитель не объявит, что никакой опасности нет. Отделом вневедомственной охраны по городу Новочебоксарск обеспечивается безопасность 66 образовательных учреждений. Тактико-специальные занятия проводятся дважды в год на каждом учебном заведении в течение учебного года. В этом году было осуществлено 10 выездов по срабатыванию средств тревожной сигнализации с учебных заведений с целью пресечения захода посторонних лиц на территорию зданий, а также предупреждения конфликтных ситуаций. Происшествий допущено не было. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны республики обеспечивается безопасность в 1081 образовательном учреждении. С начала года нарядами групп задержания осуществлено 77 выездов по срабатыванию технических средств охраны в образовательных учреждениях. При этом задержаны 10 правонарушителей. Такая слаженная, ответственная и порою опасная работа у Росгвардии. 27 марта по всей стране отмечают День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники вневедомственной охраны в Чувашии охраняют около 8 тысяч объектов. Всего за 3 месяца этого года наряды групп задержания по республике выехали на срабатывание технических средств охраны и, по сообщениям органов внутренних дел, 1300 раз удалось предотвратить 363 правонарушения. Милена Алексеева, Борис Андреев, Республика.